Друзья, вы знаете, мне часто задают вопрос, а, мол, кто, если не Путин, и кто, если не те, что являются подельниками Кремля? Ну, для меня ответ вполне очевиден, а вот вам я хочу в очередной раз напомнить. Мы все, ребята, нас 140 миллионов человек, из которых большая часть взрослого населения может стать альтернативой узурпаторам. Но людям в России всякий раз пытаются доказать обратное. Нас пытаются унизить и недвусмысленно намекнуть, что мы, вот мы с вами, ничего не стоим и не имеем никаких прав. Готовы ли вы с этим мириться? Я точно нет. Думаю, что и смотрящим меня не чуждо чувство собственного достоинства и уважения к себе. Каждый из вас, кто-то очно, кто-то со стороны, своими глазами увидел людское море смелых и достойных людей страны. Тех, кто вышел на улицы 1 марта во время прощания с Алексеем Навальным и 17 марта к избирательным участкам в полдень. Тех, кто, невзирая на последствия, показал кулак системе, нашел в себе смелость напомнить о себе. И нас, гордых и не сломленных духом, не 30, не 50 и не 100 тысяч человек, нас миллионы по всей стране, в отличие от кучки залгавшихся фальсификаторов, которые распродают нашу страну по дешевке. И мы с вами, друзья. Огромная сила. Важно сегодня сохранить и приумножить этот накал. И при любом удобном случае мы должны напоминать подлецам, чтобы они соблюдали свою конституцию, которой основательно потерлись, и достают ее только тогда и в тех случаях, когда им это выгодно. Минувший президентский плебисцит, собственно, показал это, а мы ответили протестом и количеством. Да, выборы в стране закончились, но при этом остались способом демонстрации. Способом показать, что оппозиция существует. Я убеждена, этим малым, что есть, надо пользоваться. Помните, Алексей Навальный говорил: «Продолжайте тыкать острой палкой это чудище. Продолжайте расшатывать винтики. Создавайте тем, кто наносит непоправимый урон нашей стране и отнимает у нас будущее дискомфорт». И знаете, в этой фразе, ну, по крайней мере, для меня кроется очень многое. Нельзя ни при каких обстоятельствах сдаваться. И я не сдаюсь. Я знаю, что задача тех, кто готов брать на себя риски и ответственность, сохранить протестный запал, сохранить и приумножить нашу созидательную энергию. Как это сделать? Ну, начать, разумеется, с собственного примера и подключить всех небезразличных. И вот здесь я хочу передать отдельный привет Минюсту. На минувшей неделе он в очередную пятницу мне напомнил о таких же, как я, кому не плевать, что будет со страной, о многих уважаемых людях. Напомнил мне об актерах, журналистах, политиках, общественных деятелях, правозащитниках, о всех тех, у кого за спинами сотни сторонников, о так называемых иностранных агентах. И сейчас я торжественно объявляю, что часть из нас готова продолжать дискомфорт властям, отстаивая при этом ваши, друзья, мои интересы и пускай даже теми способами, которые у нас остались. Итак, мы нерушимым блоком идем в Мосгордуму на все 45 мандатов по иноагенту на место. Не надо, прошу вас, воспринимать это как какие-то выборы, это прежде всего манифест. Манифест против и напоминание согражданам: вам есть, друзья, на кого опереться. Власть хотела закопать нас поглубже. Сюрприз, мы семена, та самая трава, которая будет расти. Мосгордума в сентябре, а мы уже в марте. Выдвигаться пока действительно рано, а вот агитацию вести в самый раз. И говорить, говорить, говорить о том, что дорогая Родина поехала крышей. Время возвращать ее на место. В этом ролике для особо сомневающихся я также хочу напомнить о том, что мы никогда не являлись лоббистами стран Запада. Мы не действуем ни в чьих интересах, кроме граждан России. Мы не лицемеры, в отличие от властей нашей страны. Нас официально почему-то назвали врагами режима, а оказалось, что это синоним патриотизма и порядочности людей. И вот вы знаете, я убеждена, что каждый из нас, каждый человек, за плечами которых миллионы сограждан разных профессий и возрастов, если мы действительно считаем себя оппонентами режима, я призываю всех иноагентов, кто к нам еще не присоединился, к действию. От некоторых я, к своему удивлению, слышала фразу, ну, мол, мы вообще вне политики. Слушайте, ребят, я хочу вам напомнить, что вот такие подобные доводы только на руку Кремлю, и они не тождественны тому, что от нас ожидают сторонники. Политика давно постучалась в двери каждого. Кому-то в почтовый ящик, кому-то в холодильник, кому-то залезла в постель и в кошелек, кого-то выдворила из страны, кто-то лишился крова, ну а кто-то и вовсе жизни. Мы не имеем никакого права сдаваться и оставаться в стране. Призываю вас, набравшись мужества, поучаствовать в вполне легальной процедуре. У нас очередной раз появляется окно возможности. Очередные как бы выборы, очередное относительно безопасное пространство, где мы сможем напомнить о несогласии с системой. Власти рассчитывают, что после их зачисток мы смирились и готовы отдать им в лапы город, страну, наше будущее. Нет, это не так. Думаю, кто-то вновь спросит: слушай, ну для чего в этом участвовать? Ты сама говоришь, что это не выборы. В России, мол, этот процесс предрешенный, все давно замерло, и кислород везде перекрыт. Де юре, по-путински, да, но де-факто есть несколько доводов. Внимание.
Во-первых, принимая правила игры, мы сливаем страну в унитаз вместе со своим будущим и прошлым и начинаем жить по правилам подлецов. Вам это нравится? Полагаю, что нет. Потому не сдаваться и сопротивляться сейчас лучшее, что мы можем показать системе и тем, кто в чем-то сомневается. Во-вторых, важно зафиксировать дискриминационное к нам отношение. Я хочу, чтобы те, кто посмотрит это видео, помнил, что, например, тем же иностранным агентом или нежелательным может стать любой, даже тот, кто меня сейчас смотрит, и уже завтра. Допустить этого никак нельзя, и опять же, наше смирение и бездействие распускает властям руки еще сильнее. В-третьих, мы обязаны протоколировать на будущее все эти новые репрессивные механизмы, которые внедряет власть даже на тех же выборах. Это невозможно сделать без активного участия. Ну и в-четвертых, самая главная задача, например, от нас, от иноагентов, напомнить гражданскому обществу о том, что мы не спрятались, о том, что помимо слов мы готовы на вполне конкретные действия. У нас никто не может отнять решимость отстаивать права и свободы своих земляков и напомнить о том, что у людей могут быть свои, а не кремлевские, политические и общественные акторы, те, кто в это тяжелое время будет источником сил и вдохновения. Присоединяйтесь.